Воины, мужчины и женщины безмолвно смотрят на нас с фотографией. Во взгляде их смешалось все – смелость и робость, надежда и отчаяние. Особенно на фотовыставке Рамина Каджаева впечатляют портреты, снятые во время Отечественной войны народа Абхазии. Говорят, у людей, прошедших войну, взгляд меняется навсегда. Фотографу удалось запечатлеть уникальные моменты и людей, чьи взгляды пронзают, как зеркало широкой души. Чтобы войны не было главное. Кто хочет война, пусть кто не будет у него. Ну, собирал как. Ходил, собирал. Снимал видео, фото, аудио, три материала. И видео тоже есть. 670 где-то видео. Снял войну. Фотовыставка с символичным названием «Время помнить» была открыта в сентябре этого года. Впервые публика увидела уникальный архив Рамина Каджаева, фото, прежде никому неизвестные. Это не попытка создать произведение искусства. Это наша с вами общая история, признается автор. Экспозиция стала настолько популярной, что ее работу пришлось продлевать несколько раз. Сохранить память о героях, кого уже нет в живых, и передать ее будущим поколениям – главная цель. Именно поэтому проект завершился экспозицией в Агу. Видно, что кадр, как бы, можно сказать, в одно время случайный, а в другое время он смотрел, да, как-то и, можно сказать, позировал человек, который его снимает. Но вот в его глазах, кажется, ну как сказать, он в чем-то переживает, в чем-то страдает. Взгляд его, его мимика вообще всего лица, как бы, она очень много дает знать. Что вообще с человеком, как он, что он переживает, что он чувствует на ту минуту. Фотографии не подписаны, автору неизвестны имена многих запечатленных на них людей. Но за время работы фотовыставки ее посетители узнавали себя, своих друзей и родных. Есть особенные снимки и для автора проекта. Рамин Каджаев вспоминает о поездке в Латы сразу после ее освобождения в марте 1994-го. Когда брали Лату, в 1994 году, в марте месяц, мы с гор спустились оттуда, шло там через перевал, снега там столько было. Каждый что находил, вещи там, то зубы, то там череп людей, или останки там, что осталось. Проект «Время помнить» осуществлен при поддержке компании «Амобайл», специалисты которой занимались восстановлением фотографий, их оцифровкой и подготовкой к экспозиции. Для нашего народа это была страшная война, но, как отмечают практически все, кто посещали эту выставку в других городах, лица бойцов излучают уверенность в победе. Здесь каждый снимок – олицетворение духа нашего народа. Безусловно, завершить эту выставку мы должны были тут, в стенах Абхазского государственного университета, где сегодня учится наше будущее поколение. Они должны знать свою историю, помнить имена тех героев и беречь память. Рамин Каджаева признается, что хранит в домашнем архиве много материалов, ранее не опубликованных. Возможно, в будущем при поддержке спонсоров публике будут представлены и другие уникальные фото- и видеоработы оператора. Астанда Арцинба, Абаза ТВ.